Здравствуйте, приветствую вас на своем канале Новсова. Дорогие мои, я просто безумно как по вам соскучилась. Наконец-то у меня выделилась свободная минутка между экзаменами. Один экзамен уже позади, осталось еще три. И я записываю для вас ролик. У меня не будет мастер-класс, у меня будут интересные посылочки. Первая посылочка посвящена тому, что я победила в конкурсе первый раз в жизни. Если честно, я побеждаю в конкурсе каком-то рукодельном. Его проводила на своем канале Анна Хоменко. И сейчас я вам покажу, что же я получила. Помогать распаковывать мне будет моя младшая сестра. У нас сейчас 9 часов вечера. И мы вместе снимаем ролик. Она мне очень помогает. Поэтому давайте мы ей в комментариях тоже передадим привет. И поблагодарим ее за ту помощь, которую она мне оказывает в подготовке к самому снятию роликов. Так, у нас есть пакетик. Привет-привет всем ребята! Так. У нас есть пакетик, мы сейчас по очереди из него будем все доставать. Я пакет в кадр показывать не буду, чтобы вам не шелестеть. Так, давай, Алина, вставай ты. Вот, это вот такие розочки. Первое, что шло в кузе, это вот такие вот бесшовные розы. Бесшовные? А, нет, фоамиран. Розы из фоамирана. Держи. Розы из фоамирана, сзади у нас фатин. Такие вот розы. Да. Я думаю, что очень красиво будет применить на ободочке. Даша, а что это вот внизу? Внизу это фатин. Фатин? Вот такой вот красивый, блесточки не осыпаются. Еще большое спасибо Анечке, что она все расходы за посылку взяла на себя. Вот такие вот розочки. Кстати, такие розы у меня еще есть красные, только... Нет, не красные, розовые. Только на низу без фатина. Будем обязательно как-то с вами сочетать. Очень хочу сделать ободочки на лето. Тут у нас вроде как 10 штучек. Дальше у нас вот такие вот розочки. Тоже из фоамирана. Сзади с фатином. Тут у нас по веточке. На одной веточке вроде как... 12 штучек. Я думаю, что такие розочки можно будет применить на повязочки. Доставай. Такие вот бирюзовые, тут еще такие серые, как вот эти. Вот один и тот же взгляд. Цвет. Цвет. Так, взгляд, у нас цвет. Есть. Вот такие вот бирюзовые, темно-синие и оранжевые. Да, покажи. И вот такие вот оранжевые с кусочками фатина, тоже сзади. Думаю, что очень красиво будет применить на... ободочки. Вот. Потом у нас вот такие вот патчи. Ой, у меня в первый раз в моей рукодельной, скажем так, жизни попадаются такие вот патчи. Я раньше их не покупала и у нас поблизости нигде не видела. Вот такие вот. Показывай, Алинка. Вот они такие с пушком тут. Да, зайки и звездочки. Да, звездочки вот такие вот. Они разные цвета. Можно будет сделать очень красивые епсовые бантики, какие-нибудь детские. Спасибо большое, Анечка. Прекраснейшие патчи. Спасибо большое, что теперь, благодаря тебе, у меня есть возможность тоже как сделать с ними какое-нибудь изделие. Патчи довольно большие, то есть вот если сравнить мою ладошку, ну, где-то наполовину ладошки. А если у меня, то вообще вся ладошка. И вот такие вот звездочки. И сдачки. Не так... Такие прям пушистые, прям как, не знаю, кто. Затем у нас идет вот такая вот основа для колец. Тут вроде как 10 штучек. Они одинаковые все. Да. Можно будет сделать какие-нибудь колечки красивые, даже наклеить ту самую какую-нибудь серединку и можно ложить на подарочки. О. Как по мне, очень классно. Еще одни розочки. Большое спасибо Анечке, потому что у меня таких розочек не было. Очень хотела себе их заказать. Точно буду делать какой-нибудь красивый веночек. Очень красивые цвета. Салатовый вот прям именно на лето. Да. Вот этот прям шикарный. Кстати, скажу по секрету, у меня такого цвета будет платье на выпускной. Если хотите, то поделюсь в сообществе с вами фотографиями своего выпускного вечера. Так что пишите, кто желает увидеть. Я уже, если честно, в предвкушении. Выпускной мне 20 июня. И я все в подготовке. Вот как раз после 20 июня, девочки, я начну свою активную деятельность на YouTube. Такие вот розочки, я думаю, что не буду ее доставать. Такие же самые. Да, только тут цвета разные. Красный, бирюзовый, такой...
что это за персиковый какой-то? Это персико-розовый. И салатный. Да. Затем мои любимые железные ободочки. Я не люблю пластмассовые, потому что, как по мне, они не долговечные. А вот железные, они просто идеальные. И последнее, что у нас было, это тоже большое спасибо Ане. Вот такая вот просто потрясающая заколка. Она уже по-своему украшена блестками. Я думаю, что можно будет здесь сделать какие-нибудь цветы, и будет очень красиво. Да, и вот еще вот такие вот шпильки-невидимки. Это обычные шпильки, Алина, которые ты используешь, чтобы делать прическу. Да, прическу на танцы. Можно сделать сюда красивые цветочки. Как по мне, даже можно сюда приклеить розочки, и уже будет красивое украшение. И последнее, что тут есть... И последнее, что есть, это такая вот основа под крабик. Кстати, большое спасибо. У меня заказчица как раз спрашивала по поводу такой основы. Поэтому, да, спасибо большое, Анечка. Можно? Его можно назвать зубастик. Ням-ням. Кстати, его можно покрасить. Большое спасибо Ане за такой прекраснейший приз. Но я, в свою очередь, желаю ее каналу дальнейшего развития, побольше сил, Анюте, в ведении своего творческого канала, ну и также побольше активных и любящих подписчиков. Девочки, у меня есть еще одна небольшая посылочка, ее я уже сама заказала. У меня в группе Мир Канзаши есть одна девушка, Нелли ее зовут, и она просто мастерица, она делает вязаные игрушки. Когда я увидела ее работы, я не устояла и решила себя порадовать и свою младшую сестру. Как раз эта посылка пришла на 1 июня, День защиты детей. Вот такой вот подарочек заодно получился моей младшей сестре. Алин, показывай. Вот. Давай. Это дракончик из мультика «Как приручить дракона». Алинин любимый Беззубик. Да, Беззубик. Есть еще третья часть. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Там дневная фурия, она полностью белая. Да, в общем-то, когда я заказывала игрушку, говорю, Нелли, свяжи-ка ты мне такого вот дракончика. И меня просто удивило то, насколько он похож. То есть все эти детали связаны. Можно я оставлю контакты на Нелли? Можете заказать мне абсолютно любую игрушку, и она вам сделает. Ну и также я не оставила и себя без подарочков. В детстве мой самый любимый мультфильм был «Лило и Стич». И даже сейчас, когда мне 17, я просто обожаю пересматривать этот мультсериал вместе со своей младшей сестрой. И ее подсадила на него. Конечно. И я не оставила себя тоже без подарочка. Смотрите. Это Стич. Вот просто копия. Я смотрю на него и вспоминаю свои моменты с детства, когда лежала вместе с дедушкой в обнимку и смотрела этот замечательный мультсериал. Мне просто удивляет, насколько же он похож. И он такой мягенький, такой прям хорошенький. В общем-то, я безумно благодарна Нелли за безумно проделанную работу. Посылка шла ко мне из Кировоградской области. Все дошло замечательно. Нелли упаковала игрушки в пакет, потом еще пупырчатую пленку и еще один именно пакет для посылки. В общем-то, все дошло. Ну, а с вами была я, Носова. И Алина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю вам хорошего настроения, творческих успехов, вдохновения, ведь оно так нужно нам, мастерицам. Всем пока-пока! Всем пока-пока. Ребята, когда я увидела Беззубик, я такая, мой Беззубик, мой любимый персонаж, спасибо тебе, Нелла. Нелли, я безумно благодарна тебе и хочу пожелать тебе удачи, здоровья и всего, и много-много подписчиков. Ну, подписчиков в группе много, да? Да, подписчиков в группе. И очень много здоровья. Да. Sandstorm, I fought it, though I won.